Yes, this is our little gift for you. Yes. We together. Then she died, huh? One, two, three. 你是星星，一如我心，我知道会好的。我看迷雾，也懂悔悟，这世界会好的。眼泪花落，天使唱歌，再让我牵你手，相信希望，拥抱快乐，这是一刻安静了。让我Здравствуйте, дорогие друзья! Радостное событие в нашу копилку. У нас есть новая песня Димаша Кудайбергена. «Ангел, сон, ангельская песня». Я, признаться, ждала, когда Димаш опубликует это свое произведение на официальном канале Ютуба. Но время немного прошло, и думаю, стоит сказать несколько слов. Пока это произведение в исполнении Димаша Кудайбергена мы можем видеть на китайском телевидении Kunan TV. Музыку и текст к этой песне создали казахские мастера. Это композитор нам очень хорошо известный Ренат Кайсин и поэт Калкамал Сарин. А над аранжировкой работал Ирлан Бекчурин. Наш Димаш специально для китайского зрителя спел песню на двух языках, на своем родном казахском и на китайском. Автор текста на китайском языке Линь Вэйвайли. И как мы знаем из бэкстейджа, то текст на китайском языке был буквально закончен накануне съемок. Рассказывает Ренат, как он создавал эту мелодию. Он ее давным-давно написал, глядя из иллюминатора самолета. Показал Димашу. Димашу понравилось, но из-за постоянных разъездов и нехватки времени до сих пор не удавалось работать над этой песней. И Ренат говорит, что Димаш недавно позвонил мне и сказал, что хотел бы спеть эту песню на гала-концерте «I am singer». Ну, все, как Димаш хотел бы, он не упускает ни один момент из-под своего контроля. И он попросил написать текст на казахском языке. И говорит Ренат Кайсин, что, вдохновившись мелодией и словами, которые они совместно создали это произведение, им удалось сделать момент настоящего тандема, когда поэт полуслова понимает состояние музыки. И говорит Ренат, я бы назвал это романтической поэмой, эту песню. Но, как мы знаем, Димаш — это Димаш. И он сам дал название этой песне «Angel Love». Песня настоящей, чистой и трепетной любви. Ангельская любовь. Мелодия очень нежная, спокойная, глубокая. Димаш очень чувственно ее исполнил. Мы видели слезы на его глазах. И думаю, что будет он ее, наверное, исполнять и на своих концертах. Может быть, добавит еще и вокалист. Его прекрасный, небесный, нежнейший вокалист. Ну, друзья, мы с вами богаты, потому что Димаш настолько продуктивен, наш любимый артист, что не успеваем следить за его творчеством. И каждый раз удивляет, вдохновляет и трогает до глубины души. Кто не мечтает, кто не желает иметь ангельскую любовь? Но она есть на земле, она действительно есть именно здесь, в нашей жизни, а не только в мечтах. И мы видим, глядя на Димаша Кудайбергена, что действительно, друзья, такая ангельская любовь есть. До скорых встреч. Всех обнимаю. Екеуміз ертегі әлемде тербеліп әдемі әуенге жаралып жалғыз-жалғыз жарасқан тақтарларымыз махаббат сезім бол ек сұлу бердің жаныма тек сұлу жанымда Махаббатым, махаббатым, сүйемін, сүйемін,
谢谢马西带来如此动人的表演，来，掌声给他，谢谢，谢谢，我爱你们。